себе невидимим. І во єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия, єдинородного і же от Отца рожденного прежде сили, света от света Бога истина, от Бога истина, рождена, не сотворена, единосущна, своим же все выше. Нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося Духа Святой Марии, Девы Его человечеся, распятого же зоны при Понтийском Пилоте, и страдавшей, и погребенной, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего за славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца. И в Духа Святого Господа истинного и животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славим оглаголовшего пророки, на единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Чрево предвиденицы родих тебя, клятся Господь и не раскается ты, рей, вовек почину Мелхиседекову. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияние свет разума, мне по звездам служащий, звездою учахуся. Тебе кланитесь от солнцу правды, и тебе видите с высоты востока, Господи, слава тебе. Солнцу и Сыну и Святому Духу и ныне пресны во веки веков, аминь. Дева не присущей свиного рождаем, и земля, где тебе сол тому приносит. Ангелы с пастырьми слава славят, Господь же со звездою путешествуют. Нас бараньи родися, отрочи благопривечный Бог. Святый си Боже наш, тебе славу воссылаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне присно, и во веки веков. Христа, 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 Аллилуйя.
Твоему. Премудрость. Прокимен. Вся земля да поклонится Тебе, и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Вся земля да поклонится Тебе, и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Воскликните, Господи, вся земля, пойте же имени Его, дадите славу, хвали Его. Вся земля да поклонится Тебе, поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Вся земля да поклонится Тебе, поет Тебе, да поет же имени Премудрость. Галатам, послание святаго апостола Павла, чтение. Аминь. Братья, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал сердца ваши духа Сына Своего вопиющего, Авва, Отче. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Мир тебе, чтущему. И духови твоему. И мудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Небеса поведают славу Божию, творение же рукой Его возвещает верь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. День не отрыгает глагол, и ночь ночи возвещает разум. Царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете его, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними,
как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Слава тебе, Господи, слава тебе. Сам всех, вся душе, все помышления наши горце. Господи, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Милости Твоей молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все Российской Церкви, Господине нашим высокопреосвященнейшим, митрополит Иларионий, епископ Евтихий, все во Христе братьи наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. В многострадальной стране нашей российской православной трудит и в Отечестве, в России несущих, и о спасении. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преснопамятных создателей святых храмов Божьих и всех прежде почивших отцов и братьев, где лежащих и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. В мире здравии и спасении, посещение, прощение, оставление грехов праву Божий, всех где предстоящих и молящихся, и всех заповедавших нам недостойным молитесь о них, и же всем даровайтесь душевного спасения и телесного здравия, молимся Ти, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Да ты все как Отцу непреложное, не прегрешит моленье Госы. Но выдали Ему благая на помощь нас верно зовущих Ти. Ускори на молитву и пощися на умоление. Представительствующий присла Богородица, чтущих Тебя. Мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейшую Херувима, славнейшую, без сомнения, Серафим. Незаследнее Бога Слово, родшую, сущую Богородицу, Тебя величаем. Христе Бог, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, преподобных, богоносных отец наших и святых праведных Богу Отец Акимана и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Всех приветствую с праздником Рождества Христова. Немного приведу вам из творений епископа Феофана Затворника на этот день Рождества Христова. Здесь он говорит о том, что для нас дало Рождество Христова. И здесь он говорит, что в этом-то и заключается вся суть нашей жизни, настоящей земной и вечной жизни. Мы говорим «Слава Тебе, Господи!» И еще дождались мы светлых дней Рождества Христова.
Начались, я говорю, святки. Святки почему называются? Потому что дни святые. То есть, как мы должны проводить эти дни? Дни эти проводить должны свято. В словословии родившегося Христа. При полноте времени, когда, говорит, исполнилась полнота времени, говорит апостол Павел, тогда явился Христос. Тогда, когда уже пророки, которых посылал Господь, не могли ничего сделать с народом, который Господь избрал, чтобы он донес откровение Спасителе до определенного времени, тогда Господь посылает в мир Сына Своего Единородного. И вот, говорит, эти дни должны славить, светить эти дни. А что, говорит, делается у нас в эти дни? Начинается увеселение. И не случайно, говорит, на эти дни придумывают различные и ворожбы, суженого себе ворожить, валенок бросить, куда он носком упадет. Оттуда и ждать нужно жениха, в бане там и прочее, все это. А лукавый, говорит, смеется. Вот, говорите, дни святые, а посмотрите, они все идут-то, говорит, ко мне. У меня ищут утехи. Православные, говорит, образумьтесь. Эти дни святые, мы их должны свято проводить в словословии Богу, помнить то, для чего родился Христос. Он принял плоть человеческую для того, чтобы нас привести в царство Отца Своего. Желалось бы всех видеть вас радующимися именно этой радостью. И не хотящие знать других радостей, но не все сущие от Израиля, Израиль. То есть все православные. Смотришь, казалось бы, передача хорошая, говорят о Рождестве, и вдруг в эти дни, говорит, нужно вот то-то и то-то делать. То есть так веселиться, услаждать, ну и прочее, начинает наворачивать языческие обычаи. А так называемое православное уши-то развешивает и слой. О, действительно так. Договорил не просто кто-то, а может быть даже сказал и какой-то человек облеченный, чином, саном облеченный, сказал это. Нас увлекает, говорит, просвященная Европа. Мы все оттуда. Да вот там люди живут, так живут, а вот бы нам так. И берем от них все. А что вы взяли, говорит, от них? Это все оттуда идет, нам лукавый подбрасывает. И здесь он говорит, поэтому... Говорил это он много, уже прошло десятилетий. А как будто бы это сегодня, о нашем времени. И он призывает, образумьтесь, говорит, и истинной христианской радостью радуйтесь и веселитесь о родившемся Господи Иисусе Христе. Аминь. Аминь. Ермасы, сейчас я буду крест давать, а вы, Ермасы, поете. Проходите, поверьте. Христос на земле учите, Христос на земле возноситесь. Пойте, Господи, всю землю, и веселье, Господи, люди, яко прославь. Рожденному нетленному сыну и последняя девы воплощенному.
неспособожная, невещественный Боже, слава силе Твоей, Господи. Бог Сын мира, Отец, щедро Ты великого совета Твоего ангела, мир подавающий послание сынам, тем Бога разумеет света наставшийся, от ночи узреннеющий, слава словим Тя, человека любче. Из трубы он младенец из древа скитли, яко Бог приет, где уже сидшееся слово, и пустевший пройдет сокращение тревну, Его же не пострадает стрения, прочую сохрани неврежденну. Отрадцы благочестию соль святой, злочести благовеления не брекше, огненного прещения не убояшеся, но посреди пламени стоящей по югу, Отца Боже, благословен еси. Чудо Христе на гору садательно изобразит еще раз. Небо я же приехали юные, я пониже божества девы. Нюжи в ниде утрову, тем воспевающим вас моим, да благословит во вся Господа и превозносит во вся веки. Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Таинство странное, вижу и преславное, небо верьте, причал Иеролевский Деву, ясли вместилище, ниже вознижение вместимы Христос Бог, Его же воспевающе величаем. Рождество Твое, Христе Боже, ночь Василия, мира и святого ума, в небо звездам служащий, и звездою учакуся, Тебе кланитесь солнцу правды, и Тебе верите с высоты Востока. Господи, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Небо и присущий Сынного рождает, и земля ветвь неприступному приносит, ангелы с пастырями слава славят, Воскресе со звездою путешествую, нас в городе родимся, отроча младом привечный Бог. Молилась.
Христос воскресе! Воистину воскресе! Yeah.